типичные ошибочки при набивке. Хаджима, набивай. Ножка прямая, раз. То есть прямую ножку мы не бьем. Ножку нужно, чтобы партнер сразу же сказал, что ножка должна быть согнута. Он может забыть, но есть ты на это. Напомнить ему об этой его оплошности хаджима. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Стоп. Раз, два. В одно место не бьем. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Видишь, он сразу же выпрямляет. Три, четыре. Потому что ему никто не говорил об этом. Это плохо. Ножку надо согнутой держать. Раз, два. В одно место не бьем. Три, четыре. Легкими движениями такими. Раз, два, три, четыре. Ручки к себе. Прижми. Вот, прижми. В момент, когда набивочку делают, допустим, да, какую-то, нужно сразу же запомнить, что руки не прижимаются. Удар по локтю влечет удар по вам. В данном случае в селезенку. То есть немножко отодвинуть нужно. Отодвигаем вот таким образом, да. Если партнер опустил ручки, опусти. Опусти вот таким образом. Набивай хаджима. Кто в этой ситуации должен напомнить о том, что он... Али? Партнер. Партнер, ты должен ему сейчас напомнить, чтобы он ручки поднял. Каким образом? Вот таким образом, да, сразу же. Но немножко можно так, раз-раз, чтобы он понял. Ручки ты должен поднять. Если он не поднял, еще раз напоминаешь об этом. Ножку согни. Макота? Макота?